Всем здравствуйте, это канал Розы Занозы. Хочу поделиться с вами своим титаническим трудом. Я собрала первую круглую клумбу, сделала ее в холодной гамме. Изобразила как могла, но вполне наглядно. Сейчас расскажу, какие розочки в ней будут. Центром композиции этой клумбы будет роза Purple Lodge. Это шраб французского оригинатора. Все очень хвалят это шраб Purple Lodge. Красивые цветы и красивый куст. Таких кустов будет 5 штук в центре. С двух сторон от Purple Lodge по 2 куста будет Минервы. Минерву тоже очень любят. Это флорибунда, бельгийская селекция 2010 года. Ее тоже все хвалят и говорят, что она очень красивый цветок. Еще с двух сторон по бокам у нас будет роза Навалис, всеми любимая кордосовская селекция 2010 года. Тоже флорибунда, очень красивая, лавандовая, всем очень нравится. Разбавить этот сиренево-фиолетовый цветник я решила японочкой. Это Габриэль, их тоже будет по 2 куста с двух сторон. Очень неоднозначная роза, и одни однозначные по ней как бы советы, но посмотрим. Еще с двух сторон будет по 2 куста аспирина. Аспирин всеми любимая, все ее знают, все ее любят, все ее хвалят, поэтому не посадить ее в этот цветник было бы преступлением. Но мне хотелось этот цветник все-таки сделать радостным, поэтому я добавила розу спрей, спрей Барбадос. Их будет 10 кустиков, по 2, где-то 3 по периметру всей круглой клумбы. Тоже все очень хвалят этот Барбадос и говорят, что роза очень радостная. Но я все-таки хочу добавить в эту клумбу еще либо Salvia New Demption Blue, как дополнение, да, такие свечечки фиолетово-голубые, либо Веронику Седую. Вот что лучше, я не знаю. Вы как бы, обращаясь, наверное, к профессионалам, да и не только, что посоветуете, что лучше добавить? Я вот заказала в цветнике Поволжья. Всем спасибо, всем счастливо!